«Пираты кошачьего моря» на абордаж. Мечтаешь ли ты о пиратских приключениях? О широкополой шляпе, скрипучих реях, плещущем в лицо ветре? Малышка Дженнифер Коттес тоже не отказалась бы от вольности и превратности морской жизни. Очень уж ей тоскливо сохнуть на берегу с тетушкой Кэтрин и двоюродными сестрицами. А ведь где-то далеко бороздит моря и океаны ее отец, капитан Флинт Коттес. Решено. Джен нанимается на корабль и отправляется на поиски отца. Юную Дженнифер и ее отважного приятеля Джонни по прозвищу Воробушек ждут далекие гавани, шторма и абордажи. Вместе с ними ты отправишься в путешествие за мечтой и познакомишься с легендарным капитаном пиратов Корнаухом.